Простите, но у нас перерыв. Сегодня останетесь без обеда. Что-нибудь скажете или будем стоять? Хорошо. У вас 3 секунды. Или скажете мне, чего я хочу, или эта пушка не игрушечная. А, вы хотите наши деньги? Браво! Ага. Стольник тебе, все остальное в пакет. Шевелись. Ага. Меня зовут Мартин Брест. Как вы видите, я как раз граблю ваш вшивый банк. А то, понимаете, выбрал себе клевую одежку, а расплатиться не в силах. Камера звук не записывает, но слова я передам. 80 000. Я считаю, руки уже можно опустить. Руки вверх, ограбление. Что лыбишься, ублюдка? Гони деньги или умрешь. Вы опоздали буквально на минуту.